песни. Вот тут есть люди, с которыми мы уже больше 10 лет вместе дружим, общаемся, посещаем совместные там, и прочие какие-то мероприятия. Так вот, эта песня не моя, ее сочинила давным-давно, как сейчас принято говорить, лихие 90-е. Одна 15-летняя девочка, мы ее звали Девочка-цветочек, ее звали Яна Сычева, если она меня видит, я ей передаю привет. Она когда-то там, ну, лет 6-7 назад еще как выходила на связь, насколько я знаю, работала в издательском доме труда. Вообще, то есть она сочинила эту песню как вот такое что-то романтическое, как может быть о первой любви, или может не о первой, но о чем-то таком настоящем. Вот. У нее, да, были тоже интересные эпизоды там с некоторыми... Барабанщиками, так сказать. Ну, может быть, барабанщиками. Да, ну, и она когда-то пришла, у нее такой еще голосочек был, ну, скажем, не поставленный, да, и она очень мило спела эту вещь, и эта песня настолько меня цепанула, что я в нем попросил разрешения ее исполнять. И вот с ее разрешения так до сих пор пою, она даже вышла на нашем диске в 2003 году «За рунной темперамент». И, несмотря на то, что очень простая вещь, но она всем нравится, кто ее слышит до сих пор, потому что, наверное, в ней такая вот есть какая-то чистая наивность, чистая струна такая.